Знаешь, продаются в магазинах такие крутоны. Крутоны вообще замечательная вещь. Их можно добавлять куда хочешь. Хочешь в суп, в бульон. Обыкновенный куриный бульон, если туда добавишь крутон. Что такое крутон? Крутон такие сухарики. Так вот, самое главное, что вкуснее всего они, когда ты их делаешь дома. Потому что, во-первых, они, конечно, не могут так долго храниться, как магазинные штучки. Так, мне вообще так много не надо, наверное. Как магазинные штучки. Но зато у них совершенно другой вкус, понимаешь? Это не то, что они не зажарены в масле. Я тебе сейчас покажу, как я делаю крутоны. Я использую чиабатту, потому что мне нравится ее структура. Мне нравится, что она такая вот дырявая. Вот я их рву такими неровными кусочками, как Бог на душу положит. Вообще, всякие несовершенства на кухне домашней, мне кажется, говорят только о том, что это сделано дома, что к этому приложена рука, любовь и сердце. Так, теперь немножко оливкового масла. Чуть-чуть, чтобы просто они не чувствовали себя одинокими сиротками на этом противне. А теперь вот эти крутоны у меня будут иметь копченый вкус за счет того, что я сюда положу копченый бекон. Любая копченая ветчина хороша. Или копченое сало, или не копченое. Это все поле для фантазии. Замечательное. Сейчас он начнет нагреваться в духовке, поджариваться и пропитает мой хлебушек. Все, отправляю в духовку. Главное не пропустить момент, когда нужно вынимать, чтобы они, не дай бог, не сгорели. Так. Я сухарики выбрасывать не буду. Я очень люблю сухарики с маслицем. Значит, я беру 3 яйца. Опускаю сразу в кипящую воду. У тебя есть часы? Да. Засеки, пожалуйста, 4,5 минуты. Хорошо. Ровно. Потому что яйца должны свариться, они должны быть не крутыми, а они должны получиться такие, знаешь, как что называется, в мешочке. Листья салата. Любые. Вымытые, высушенные. Надрезаем довольно крупными кусками. Заправка оливковое масло. Есть. А вот мой почищенный лимончик, с которого сняли цедру для пирога. Туда чуть-чуть лимонного сока. И перчик. Перчик. Чуть-чуть перчика. Все это мы мешаем. Мешаем, мешаем. И добавляем туда же пармезан. Знаешь, чем хорош вообще? Почему салат является диетическим блюдом? Почему? Потому что, например, листья салата, карбогидраты, а сыр или мясо, или яйцо – это белки. А белки по соотношению к карбогидратам должны составлять ровно треть. Вот салата много, а всего остального по чуть-чуть. Все, по моим подсчетам прошло время. Пошло, пора снимать, да? Да. В холодную воду. Посмотрю пока, что там с крутонами происходит. Ну вот. Еще немножечко, и они будут готовы. Я яйца пока не буду чистить, потому что они должны быть чуть-чуть теплыми. Итак, теперь салат. По-итальянски уж сегодня все до конца. Салат с пармезанчиком. Люблю. Так, теперь готовые крутоны. Прямо вот так оставляю. Такие сухарики. С таким вот салом. Да,
То есть они его не держат в морозилку. Ну, мы привыкли, как бы украинское сало, которое из морозилки тонко, мы так, знаешь, его стругаем совершенно. А это сало, они просто совершенно, они его едят прямо на хлеб тепленьким, таким растаявшим. И это так вкусно, оно тает во рту, это сало, невероятно. Невозможно даже как бы себе представить, прежде чем надо попробовать обязательно. Вер, вилки.